Нафиг надо. Так, а ну-ка постоим здесь. Посмотрим. О! Давай-давай, я тебя убил. Есть-есть-есть. Все, уходим отсюда. Так, три баночки у меня. А что, у Шелли нету ни одной банки? Да я убью сейчас. Да, Дуда Плей. Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Дуда Плей. Мы продолжаем играть в игру Brawl Stars. И выбираем Була и играем в одиночное столкновение. В одиночное столкновение нашим дорогим Булам. Сейчас посмотрим. Займу ли я первое место, да. Сейчас мы посмотрим. Так. У нас бежит Эль Прима. Ага. Сейчас надо его вынести. Так, почему ты стреляй в этого чувака? Ты куда стреляешь? Ё-моё, вообще идиот. Идиот какой-то Бул. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, на меня вдвоем, да ну нафиг. Тихо. Не, что-то фигня какая-то, слушай. Давай посмотрим, сколько у нас. 8 бойцов. Так, два бойца уже уничтожено. Так, вот Эль Прима здесь бегает. А, Шелли, нафиг надо. Так, а ну-ка постоим здесь, посмотрим. О! Давай-давай, я тебя убил. Есть-есть-есть, все, уходим отсюда. Так, три баночки у меня. А что, у Шелли нету ни одной банки? Да я убью сейчас. На тебе! Ох, меня вынесли! Офигеть! Шелли! Сейчас посмотрим, как она сыграет. Так. Шелли молодец оказался. Да, побежала на Шелли, конечно, и меня уничтожили. Потому что здесь толпа. Здесь не особо нужно бежать. В начале игры не надо торопиться. Потому что игроков много. И тебя легко могут вынести. Потому что... Ну смотри, она без банки, да, и фигачит всех. Нет, ее убили. Ну, да. А у нее было? Нет, не было банок. Ладно, посмотрим, сколько у меня что получается. А, ноль. Ох, хорошо, хоть не забрали кубки-то мои. Ладненько, играем снова. Угу. Так, понятно. Так, где я тут оказываюсь? А, вон, да и так далеко. Так далеко меня закинули, что капец. Так, что у нас тут? Давай вот эту откроем сейчас сразу. О, есть одна, есть. Так, и вот это будет у нас вторая. Ох, нифига, там тоже Бул стоит, смотри. А чё он стоит? Просто стоит так, да? Да, он просто стоит. Выжидает. Сейчас посмотрим. А. Так, тихо. Давай я сюда пойду наверх. Так, Бул бегает. Два Була такие, знаешь. Кто куда, да? Налево, направо. Так, где-то этот чувак спрятался. Сейчас мы посмотрим, где он спрятался. А, вот бежит, смотри. Во, получай. Есть, убил я его. Он не ожидал, конечно, от такого. Ладненько, 6 бойцов осталось. Из 10, значит, 4 бойцов умерло. Хорошо. Давай пойдем сюда, посмотрим, что здесь у нас. А, вон кто-то в кусты залез, смотри. А здесь что? Грибочки. Так, ладно. Ух ты, нифига, Роза какая мощная. Смотри, интересно. Очень даже интересно. На, Розочка. И все мои и баночки я все забрал. Вот это хитрость, ребята. Вот это называется хитрость. Вот этого я тоже сейчас вынесу. Вот. И баночку забрал. Нифига, у меня 7 банок. Вот так вот. Видишь, как надо в кустах сидеть. Сидишь в кустах и, короче, всех мочишь. Так, трое бойцов осталось, прикинь. Нормально. Трое бойцов. Так, ждем. Так, ладно, ждать больше нельзя. Ух ты. Тихо, я тебя видел. Я тебя видел. Ах ты, кто ты там пришел, алло! Куда я побежал? Я бы мог, конечно, его и выиграть, но побежал куда-то в сторону. Ладно, хотя 8 кубков тоже неплохо. Весьма неплохо. Ну что ж. Так, жетончики мне... А, типа это осталось еще 350 жетонов. Понятно. Все понятно. У меня есть 350 жетонов, которые мне нужно отыграть, забрать их. Ладненько, дальше играем. Так, я вижу. Я всех вижу. Так, этот Шелли побежал туда. А здесь Нита бежит. Так, а ну-ка. Сейчас подождем. Ух ты, тихо. Меня не надо стрелять.
Да не надо меня стрелять. На, получай. Ах ты, ё-моё, забрала, забрала, прикинь. Хитрюга. Хитрюга, я ей ещё и помог. Я ей ещё и помог. Прикинь, какая досада. Ладненько, здесь сейчас подстоим, подождём. Так, Динамайк бежит. Сейчас, если рядышком он сюда подойдет, я его щелкну. Я его щелкну. А побежит он сюда или нет? Неизвестно. Ох, нифига, там жара какая, а. Какая там жарища. Так, давай быстренько сюда перебежим. Сюда, здесь постоим. Нет, надо сюда. Здесь больше кустиков. О! Чувак какой-то. Ух ты, у него здоровье там совсем маленькое. Блин, плохо, что он сюда не идет. Ладно. Ладненько, сейчас сюда подойдем. Подбежим сюда в центр. Так, а здесь тоже неинтересно. Мы сейчас сюда встанем. 4 бойца осталось у нас, ребята. Да, здесь тоже неинтересно. Так, 3 бойцов осталось, прикинь. А, он меня запалил. Он меня запалил, ребята. Ох ты, ё-моё! Столкновение, столкновение. Тихо, 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 тихо. А, банку забрал, банку забрал. Мх. У него 10 банок было, конечно же. Как мне с ним справиться еще? С ним невозможно было справиться. Так, 350 жетонов было. Сейчас посмотрим, сколько. А, боевые жетоны закончились. В смысле? Подожди, 350 жетонов уже было. Так, ладно. Знаешь, что делаем? А делаем то, что мы меняем игрока. Мы возьмем Дэрила. Да, почему бы и нет. Играем дальше. Угу. Играем за Дэрила. Дэрил тоже молодец. Мне нравится его атака с двух ружьев. Ружей, ружьев. С двух ружьев. Ух ты, 2 банки. Так, берем. Одну открыли. Нормально, следующую. Так, это там гад спрятался. Смотри, что делает. На. Так, баночку я забрал. Вниз идем. Сюда. Прячемся. Так, вот еще баночки. Есть одна. Давай, бегом. Есть вторая. Хорошо, хорошо. Так, медведь идет. Медведь по мою душу, да, идет? Ё-моё. На, гаденыш. Все, стоим здесь. Стоим здесь, ждем. Так, вот этот гад, смотри, прибежал. Так, а у меня здесь 2 банки есть. Опа. На, получай. Фух, успели. У меня 8 банок, тоже неплохо. А у того сколько? 7 банок было или сколько? 1 банка, да ну нафиг. Смотри, идет сюда. Ха-ха-ха. Давай, давай, подходи. О, Бул, Бул, смотри. Сейчас они с Булом играют. Столкновение. Так, где у нас то? Где кто у нас? Они что, друг друга перебили? А нет, вот он. Бул бегает, прикинь. А, ну у него 5 банок всего лишь. Давай, поехали на Була. На. Тихо, тихо, тихо. А чё у меня жизни так мало? Тихо, 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 тихо. А чё ж такое-то, алё? Есть, я его убил. Молодец. Да, помогло то, что у меня было много банок. Угу. Плюс 10. Ах, нормально. Хорошо. А почему у меня жетонов нету, алё? Эх, обманули меня... С жетонами этими. А так хотелось мне получить еще, открыть сундучок. Ну, что у меня получается здесь? А новый рубеж у меня немножечко. О, фига, как немножечко. Оно, в принципе, немножко. 30 кубков получить, я получу новый рубеж. Дальше. Так, подожди. Это что такое у нас горит? А, я эту канитель не взял, что ли? Нет, почему? У меня... Подожди, я тут все собрал? Так, да, получается, я тут все собрал. Больше у меня тут ничего такого нету. Так, Джесси. Я вообще что-то, кстати, за Джесси очень редко играю. Угу. Так, ну тут я все открыл. Тут мне ничего такого интересного нету. События столкновения, боец Нита. Ладно, посмотрим, что здесь. Большой ящик, 1600. Тут я попробую собери. 1600. Замучаешься собирать. Ладненько, давай еще раз играем. Угу. Так, хорошо. Где я? О-о-о! Я в самой попе нахожусь. Ё-моё. Так, он тут... А, это идет. Леди Кора. Леди Кора. Угу. Ой, Динамайк здесь, ё-моё. Так, а я вот эти сейчас соберу. Пока тут все далеко. Давай, давай, еще один удар. Ну, быстрее. О.
Так, ждем. На, 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 получай. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Нафиг. Тихо, тихо. На, получи. Да ты что такая живучая? Убила меня. В самом начале игры меня убили. Это как нормально вообще считается? Это вообще по-скотски так вот, по-скотски так поступил. И опять это Нита. Вот, я, вот любит меня Нита почему-то. Вот обожает. Меня обожает Нита. Она меня постоянно хочет убить. И она меня постоянно убивает. Нита. Так у Плей убивает постоянно Эль Прима. Она боится Эль Прима. А меня это Нита постоянно убивает. Вот, вообще это нормально или нет? Ну и что ты убежала, там банка лежала. Ну возьми ты банку эту там. Пройдешь ты в этот облако отравления, ничего с тобой не будет. Ладно, последи немножечко за вот этой вот Нитой, как она будет себя вести. Смотри, ходит, бегает, у тебя медведь убежал. Иди за медведем. А, все, медведь умер. Ну, понятно. А, вот этот с балалайкой чувак бегает. Ага, играет балалайечку. Ну, он такой какой-то слабенький, не знаю, какой-то он странный. Ну, у Ниты здоровье 6400, а у того, блин, 5600 всего. О, там кто-то в него стреляет. О, вот и Нита должна подождать. Пока они там сразятся. А? Так, а ты чё не бегаешь? Ты вызывай своего динозавра. И сражайся. Да. Ой-ой-ой-ой. Тебе надо было ту бочку взять все-таки. У тебя было бы 5 бочек. А у тебя 4. Да, да, да. Посмотрим. Я хочу посмотреть, кто вообще здесь выиграет, кто проиграет. Ага. Нита стоит и ничего не делает. О, он убил его, прикинь, она бочку забрала. Молодец, хитрющая вообще, хитрющая. О, фига у них облако, смотри какое. Прям вообще впритык все. Но хитрая. Так, у меня пока минус один, но ничего страшного. Это немного. Так, боевые жетоны-то закончились, вообще жетонов нет. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока, до новых встреч.